Приветствую вас, уважаемые зрители канала «Заметки нумизмата». И сегодня хотел немножечко рассказать вам про монеты, о которых, наверное, не все даже и слышали, о том, что такие бывают, из такого интересного металла. Палладий. Еще один драгоценный металл. Ну, мы привыкли все, что драгоценные металлы – это золото, серебро, платина. Но есть еще и палладий. И вот в последние годы советского государства несколько серий монет были выпущены, в частности, и в этом довольно экзотическом металле, но, тем не менее, весьма драгоценном. Встречаются такие монеты редко, к сожалению, являются, наверное, в значительной степени недооцененными, потому что не все коллекционеры, собиратели даже представляют себе ценность этого металла. Ну, к примеру, вот в проходящем 2018 году цена палладия на мировом рынке превысила цену золота, уж не говоря про платину, к примеру. Поэтому палладий на сегодняшний день самый дорогой из используемых для чеканки монет металлов. Как я уже сказал, монеты выпускались нескольких серий, наиболее популярный русский балет, ну и вот, например, серия, посвященная, отмечалась 250 лет русской Америки, событий, связанных с ней. В данном случае представлена вам монета 25 рублей. Понятно, что это условный номинал, конечно, эта монета никак не могла даже по содержанию металла в ней стоить 25 рублей и не использовалась в обращениях, использовалась именно как коллекционная подарочная монета с условным номиналом, посвящена городу Новоархангельск, столице бывшей Русской Америки. И, как видите, монета выпускалась в специальном исполнении, пруф с хорошо отполированным зеркальным полем и матированным изображением. Тиражи крайне незначительные. Вот такая монета выпускалась тиражом всего 6500 штук. Но к ее изготовлению относились с большим тщанием, и несколько десятков таких монет, как данная, получили высочайшие оценки состояния. В данном случае состояние оценено как пруф 69 ультракамео. Но есть такие монеты даже в высочайшем нумизматическом качестве пруф 70. Тем не менее, это одна из примерно 30 лучших в мире монет этого вида. И, конечно же, может представлять значительный интерес для коллекционеров, тем более интересный вариант как подарок для коллекционера. Хотя вещь, конечно, очень недешевая. Как я уже сказал, такая монета содержит унцию чистого палладия, а палладий на сегодняшний день стоит несколько выше золота на мировом рынке. Поэтому цену такой монеты можете сами для себя рассчитать. И это, конечно, без учета ее редкости, крайне малого тиража, исполнения пруф, ну и отметки американской грейдинговой компании, что, конечно же, подтверждает высочайшее качество данной монеты. Ну и призываю вас не останавливаться в коллекционировании на каких-то, ну, скажем, широко распространенных предметах, иметь в коллекции и монеты редкие. Можно иметь в коллекции платиновые монеты Российской империи, которые стоят зачастую сильно дороже золотых в связи с тем, что осталось их крайне немного в связи с особой их историей. Ну и можно иметь вот такие палладиевые монеты, например, времени последних лет СССР. Пополнение вашей коллекции, больших коллекционных удач в новом году. Задавайте вопросы на нашем канале. Спасибо, до свидания.